Спонсор прогноза погоды – агентство недвижимости «Визит». Распродажа новостроек и готового жилья. Скидка до 20%. Только в агентстве недвижимости «Визит». Звоните 374-4704. В субботу в Самарской области ожидается малооблачная погода, небольшой снег. Температура воздуха днем минус 1, плюс 1 градус, ночью минус 2, минус 4. Ветер северо-западного направления, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани облачно и небольшой снег, днем плюс 1, ночью минус 3 градуса, северо-западный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти небольшая облачность, осадки в виде снега, днем 0 градусов, ночью 3 ниже 0. Ветер северо-западного направления 5 метров в секунду. В Самаре малооблачно, пройдет небольшой снег, днем 0 градусов, ночью минус 4. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 70%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.